Буэнос диас, мис керидос амигос, язерны рассыпаны узрядовши экран, это значит, что сегодня мы в бегах. Это глава за Каро, с Алисой, разумеется. Это Детройт, Become Human. Главное, что моя колонка сейчас не среагировала. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки, а мы начинаем. Напомню, что мы выбрали одну из трех вилок, я не стал ничего пиздить в магазине и заночевал я в машине. Потом, почитав гайды, я понял, что это самый херовый вариант на самом деле был, но самый простой для меня. Угу. Журнальчики мы, блядь, читаем. О, ножницы. Тык. То есть делаем ровно то же самое, что сделал когда-то Маркус. Убрал индикатор. Угу. Хуй, селенок не хватает. А раз багажник есть, значит, надо что-то там надыбать. О. Полудохлик. О. Ломик. Заебись. Это все, конечно, хорошо. Калац. О, шмоточки. Так, может быть, что-то еще полезное на РДБМ. Так, а там что? А, там журнальчик. Беспорядки на Калма-стрит. Вызывайте.
надо каким-то макаром уебывать. Алиса, просыпайся. Значит, это был не кошмар. Нет, это был не кошмар. Как ты? Я замерзла. Что теперь будем делать? Надо съебывать. Тот андроид вчера вечером дал мне адрес, сказал, там помогут. Вон там, за той дорогой, ходят поезда. Может, рядом станция? Пройдем чуть-чуть пешком. Тогда пошли. Типа, нам нельзя тут долго торчать. Тебе очень идет. Угу. Прикольно. Ты прямо совсем как человек. Коннор здесь. О, Андерсон. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Охренеть, это ж они! Эй, стоять! Полиция! Они... Вот, блядь! Сука, нах. Так, но мне нужно сделать так, чтобы все три андроида выжили. Она ушла. Игра окончена. Все нормально?
Я вот не знаю, зачем я сейчас это сделал, но... Непонятно, то ли я протупил, то ли наоборот я сделал лучший из возможных поступков, отпустив их. Потому что я сам не проходил, но насколько я в курсе, есть там такая херня, что потом погоня выходит на скоростное шоссе, и там может случиться пиздец всем троим. Ну, в смысле, учитывая девочку. Пиздец дамочкам, пиздец, собственно, Коннору, и пиздец никому, но это надо попотеть. Поэтому, чтобы гарантированно оставить их в живых, по крайней мере, в этом эпизоде. Хуй знает, правильно ли я поступил, но на этом месте, я думаю, сделаем финалочку. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лоис, Пипейска, Колокольцев. И до свидания. Адьёс, братва.